Что это он так удивленно по сторонам смотрит? А, это они уже... Они уже в образе, да-да-да. Инопланетяне. Как писали в нашей стенгазете, в какой-то фигурной, он подолгу в образ входит и оттуда не выходит. Хорошие твизлы, серия твизлов. Молодцы. Интересно. Поддержка по другие четвертого уровня. Здорово. Очень хорошо, четвертый уровня. По прямой. Так, по кругу. Здорово. Очень хорошо, интересно, все новые элементы. Видите, все это получилось, что они не сделали вторую часть поддержки, которая должна быть у них быть серпантином, наверное. И поэтому у них получится, им еще снимут за то, что они две поддержки сделали по дуге. За повтор, да? Да. Вращение слабое. Хорошая серия на одном ноге. Вот как он ее спустил, вместо того, чтобы бороться дальше. Там, наверное, очень сложный был переход. Какой бы он ни был. Четвертый уровень поддержка. Начать. Программа очень хорошая, во всяком случае очень интересная, особенно в ее первой половине. Конечно, после того, как они сорвали поддержку по дуге, они сдулись. Но программа интересная, с новыми элементами. Во всяком случае, что касается поддержек, то интересные. Вот. Но вторая половина программы, она как-то сдулась. Надо ее еще раз посмотреть.
Может быть, делали, вторую не доделали. Или сдулось по представлению. Потому что первое очень здорово идем. Да, им снимут два раза. За одну и ту же поддержку им снимут два раза. За то, что они повторили, за повтор. Это все равно пойдет как... сейчас судейство. Все равно судейство как... пойдет в сторону Израиля. Это безусловно. Все равно как сделать. Потому что у тех сделано будет крепко. Угу. Ну да. Просто, крепко. Поначалу казалось даже, что сейчас шотландцы могут вытащить. Чистенько, да. Да, потому что я смотрела уже израильтян, там нет никаких открытий. Вот очень простая поддержка, а очень хорошая. Всеми. Да. Стойка на кистях, да, в сложном положении партнер. На выпаде, да, и потом вращательная. Мне хочется, чтобы у Жени был праздник, потому что очень мало тренеров. А уж совсем почти нет олимпийских чемпионов, которые перешли работать, потому что работа наша тяжелая и любит свою работу. Вот Женя любит свою работу. Есть, конечно, какие-то, может быть, минусы в его работе, да. Может быть, он тоже больше учитель. А разница еще раз? Разница вот. Есть. Ну, так то есть ему нужен напарник? Он с этой парой, ему удовольствие кататься. Он не пошел на проект работать, потому что он вот сохранял это свое состояние именно тренерское, понимаете? Это очень серьезно. Все идут на проект работать, а он остался с ними. Они получают 38 баллов. Это примерно столько же, сколько у тех.